Привет, друзья. Ну, вы сами подумайте, как вы можете расслабиться, если вас ждут возможные неприятности. Ну, конечно, сколько бы там ни говорили про аутотренинг, сколько бы там ни говорили про медитацию, но если вы не знаете, что с вами будет через 5 минут или через день, вы даже ложитесь спать, как вы можете хорошо заснуть. А вот когда вы ложитесь спать, и вас ждут приятности, вот это предвкушение приятного состояния, предвкушение праздника, сразу включает эндорфины, другие гормоны праздничные, для того, чтобы у вас было хорошее настроение, снялись головные боли, поднялся тонус, работоспособность. Да, друзья, все зависит от того, в каком вы состоянии исходном находитесь и что вас ждет.